Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный и классный анекдот. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Также у вас хотела спросить, какие вы хотите больше слышать анекдоты на моем канале. Самый прикольный и классный креативный анекдот я обязательно расскажу на своем канале. И тебе лично передам привет. Также меня просили передать привет Глади Валакасу. Если куда-то ударение не туда ставлю, вы уж простите меня, пожалуйста. От меня лично тебе огромный-огромный привет. Также меня просили поздравить с рождением сына Валерия Альбертовича. Валерий Альбертович, я вас поздравляю с этим замечательным событием. Хочу пожелать вашему малышу счастья, здоровья, всего ему самого хорошего, чтобы он рос на радость маме и папе. А сейчас анекдотик. Муж с женой легли спать. Слышит за стенкой, как соседи любовью занимаются. И муж жене говорит: «Дорогая, а давай попрыгаем с тобой на кровати. Пусть соседи думают, что мы тоже любовью занимаемся». Попрыгали они, значит, устали, легли спать. На следующее утро просыпаются. Муж идет на кухню позавтракать. Жена перед ним ставит пустую тарелку. Муж: «А чё она пустая-то?» А жена говорит: «А ты возьми ложку, да погреми. Пусть соседи думают, что ты завтракаешь».